Ребята, всем привет! Мы с вами продолжаем. Сегодня у нас юбилей. Вы видите то, что я сегодня без хвостиков. Что-то у меня уже башка болит от этих хвостиков, если честно. Сразу мы находим статуэточку, фигурку зомби. А вообще, что это значит за статуэтки? Подожди, где? А, на F там говорилось. Статуи. А где? Просто дальше? Записки, журналы. Ага. Офигеть, прикиньте, 100 статуй можно найти, а у нас только 6. Так, ну мы по кругу пошли. Короче, продолжаем с вами. У нас сегодня юбилейный 10-й выпуск. Хоть там стрёмный. Блин, походу ночь. Ну и ладно, да. Кстати, ночью что, хорошо? Вы, кстати, знали о том, что ночью очки удваиваются? Ну, конечно, вы знали. Вы все всегда лучше меня. Блин, взлом? Не, мы это взламывали. Это что такое? Не буду. Я помню, что там какая-то фигня. О, ночь. Так, сразу посмотрим по карте, куда там. У нас с вами есть сложное задание. Найти эту бабищу. Найди... А, смотрителя музея. Нам надо просто смотрителя музея найти. Сейчас мы туда и пойдем. А мы не туда смотрим уже сразу сходу. Уже сразу сходу могу вам так сказать. А сюда и не выйдешь. Блин, вариант только один. Кстати, чему без фонаря? У меня же ничего не вижу. Разок так посмотрела. Вот фрукты хотел вот эти сушеные съесть. Все, пошли. Вылезаем нафиг. Ой, блин. Ну, кстати. Зомби под водой не могут меня кушать. Почему я не могу прыгнуть и кошку свою запульнуть? Блин, ну что за засада? Хоть кого бы, да, увидеть? Ой, они там все одуревают. Они все хотят ко мне, да? Есть кто? О, глянь, глянь. Блин, вот я слышу прям, понимаете, в ухе, как они бегут. Подожди, я же могу их отсюда мочить, разве нет? Джишками. Только не... Что-то плохо. Надо просто оружие поменять. Они же будут давать улучшенные навыки. Или поменять, например, на коктейль. Я точно помню, что они не могут сюда пройти. Во, плюс 800, прикинь. Все, ночь прошла. Они не дали даже мне попробовать. Что это с ним? Там кто-то... Вот, так вот. А я хочу туда. Вы же видите там кто-то, да? Вы же понимаете, что мне надо туда. А мы заберемся туда вот так. Ой, блин, это ж не то. Вот так мы туда заберемся. Теперь вот сюда. R перезарядить. Просто в меня оттуда кто-то стрелял. И не похоже, что это кто-то из доброжелателей. Ой, блин! Здоровье? О, винтовочный патрон. Вы типа что думаете, что вы тут вот эти вот помощнички Раиса? Мертвый? Есть еще? Блин, на самом деле, вот по поводу прокачек, вот то, как я прокачалась, ну вы помните в прошлой серии, что я использовала баг в игре. Что это значит, вот этот флажок? Где у нас там это горит? На карте, легенда. А, вражеский аванпост. Вот здесь неиспользованное очко. Давайте посмотрим. Отлично. Потому что вон у нас 25 уровень уже выживаемости, а уровень силы, ну как бы, просто фигня.
Так. Станьте экспертом боя, вы получите еще больше выносливости и доступ к набору добиваний. Мгновенно убивайте оглушение врагом, нажмите F, стоп. Знаете, что я видела? Вот интересно, где это? Я видела какой-то видос, где чувак просто берет и рукой зомбака вот так вот шлепает. Или ногой его. Ну, ногой, кстати, у меня есть. Ногой у меня есть, да. Что еще? Что еще? Что еще? А, может, это тут? Атака в падении, волна, прочность, быстрое убийство. А, вот этот клево тоже. Голову, наверное, им сворачивать. Я могу драться, не уставая. Вау. Охота все прокачать. Но я могу выбрать только одно. Давайте вот это выберем. Все равно когда-то и остальное прокачаем, да? Согласитесь? Ладно, пошли. Ну, хотя мы тут уже пришли на какую-то интересную вражескую территорию. Вражеский аванпост. Или что там, захваченный аванпост. Тут и войти можно, да? Мы же так рядом. Только оружие поменяю. Хи-хи. О, статуя. Это полезно, это полезно. Что-то скрипит. Нет тут никаких интересных вещиц. А что это скрипит? Что-то не нравится. А, так мне еще ниже. Это просто хатка чья-то. Там появился на карте, я смотрю. Это от кого-то спасти надо. О, пошли в офис. Такая я вообще, конечно, иду в одно место, но по дороге нахожу другое. Да я помню, что нам надо в музей. Ну подожди. Так, что-то фонарь вырубается. Найдите смотрителя музея. Блин, а я отсюда потом выйду вообще? Я ж потом заблужусь. Это дурной знак. А тут выходить? Блин, наверное... Что-то... Нас тут могут убить. Ну, мы что, лохи, что ли, ноги делать? Ой, как там их много. Ладно, разберемся. По-мужски. Просто побежим. И всех поубиваем. Может, найдем что полезное? Вон там что-то синее горит. Тут что-то. Фигня какая, господи. Возьмем. Блин, не-не-не, это мы не будем. Не будем, не будем, не будем, не будем. Тем более, что у нас уже пришли убивать. И идет еще один. Где? Где? Вот он. На стеночке. Остальные внизу где-то. Так, тут где-то я вижу по карте. Надо перезарядиться. Сейчас мы тут все очистим, и считаю, я вообще отличная катка. Я как такой прям чистый геймер вообще. Кстати, хотел с вами поболтать. Болтала с мамой сегодня. И она мне сказала, почему некоторым может не нравиться мои летсплеи. Ну, моя мама, так же, как и многие, думает, что это ребячество. И слава богу, пусть она так думает. Ну, не ребячество, а то, что это, типа, ну, как бы для детей. Она говорит, это... Моя мама такая сегодня говорит, это Саше будет интересно. Я такая, только не Саша. Ну, мой брат, которому 10. Я такая, не надо Саше смотреть. Вот, ну, короче... Что у меня мама не любит такое. Где ты, где ты? Ну, в смысле, она мои влоги с кайфом смотрит. Тоже мама моя, да? А летсплей, понятное дело, ей неинтересно. И она мне как бы сказала одну такую логическую вещь. То, что многим моим подписчицам, девочкам, если, да, говорите, не очень заходят мои летсплеи, потому что у многих из них уже есть дети. И я, наоборот, как бы не то, что там такое лицо, типа, я такая... Плохо как? Нет. В смысле, это логично, реально. В смысле, хотя почему? Я не думаю, что... Я думаю, что тут не так работает. Я думаю, что тебе либо нравится, либо не нравится. Потому что я что-то сомневаюсь, что когда у меня, у нас будут дети, что мне... я обязательно стану другим человеком прям. Просто у меня не будет времени на все эти игры.
А любить-то я их не перестану. Да что ты меняешь постоянно оружие-то? Где ты уже? Надоел. С 4 патронов убью. Блин, быстро так убираются. Опа. Пришли за мной. За мной пришли. О, можно стекла разбивать. И в голову стрелять. Ой. Попал. Кстати, клево, что тут на эти наборы помощи при ЧС. Это же хорошо. То есть мы, считаете, не зря сюда пришли вообще. Ну, с другой стороны, зря, вы же знаете почему. Ты чё, слепой? Будет ли что-то написано, типа, зачищено? Я уже второй, ну, в какой раз уже спрашиваю. Что-то изменится? Что-то изменится? Ой, скажите, прям на расслабоне мы играем. Прям нам нравится. Я проверяю теперь туалеты, потому что в одной серии я, конечно, жутко испугалась. Ну, тут, правда, ничего не будет. Тут нормальные, солидные туалеты. У меня нет места. Мне вообще отсюда надо выйти. Вот что я, жалко, да, я не могу поставить задание, типа, разобраться, что тут. О, клево, что я подхожу, и он у меня сам автоматически берет патроны все. Патроны. О, нифига, это от зомбаков, кстати, такие штуки обычно валяются. Тут что, были зомби? Так, ладно, что тут есть еще? Просто уже заплутала маленько. Это туалет, где мы были? Просто я-то все время в поисках каких-то интересных локаций, понимаете? А, ну вот выход, кстати. Слава богу, если что, мы не потеряемся. Тут есть лестница. Есть подвал. А у них это, кстати, где-то внизу как раз было. Ну, все. Странная территория. А наверху что? Наверху мы тоже ходили, убивали. Видали мы такое. Ну, нам же надо проверить. Да. Это что? А что это я взяла взамен своей? 360. У них-то, конечно, без понтовей. Нам, кстати, надо будет зайти в магаз, потому что я забыла, что у меня могут ломаться оружие. Просто хочу найти здесь эти помощи при ЧС. О, а там что-то есть, смотри-ка. Странно. Так горело. Эта дверь так не горит. А, горит. Ой, обманщики, а. Так. Ладно, пошли отсюда. Я просто надеялась, что тут что-то интересное будет. Оп. Вот такое скольжение. Хочешь? Выходим. Ладно, идем по заданию. Там все точно, четко понятно. Jade's being held hostage at the museum. Какой музей имел в виду? Choice is the place was originally built as a fortress. Какой музей? Интересно, что там в музее? Надеюсь, чудовища какие? Так, стул поднимем. Я уже не могу, постоянно все ниже и ниже скатываюсь. Ух ты, ловушка. А что это они выключили? Ух ты. Ну почему же ты не хочешь уцепиться? Опа. Джи. Джи. Сейчас мы долетим. Джи. Нет, это плохо. Плохо. Джи. Ой, а тут их много, прикиньте. Прям очень много, я бы сказала. Да тут просто какой-то благодать для того, чтобы их мочить. У меня есть что-то под ногами? Так. Вот сюда я хочу.
Жалко, у меня нет базуки. Надо их привлечь. В идеале подождать ночи. О, тут, кстати, тоже есть база, которую мы могли бы... это самое. О, ну хоть кто-то активизировался. Жень не долетает. О, нет, смотри, далеко летит. Тут просто рай для убийств. Кто-то ко мне ползет. Главное в себя не кинуть. Они же умеют ползать, почему они не идут? Ой, с ума сходит, обожаю, когда они сходят с ума. Но у меня нет времени. Блин, я забыла поменять на леталку. Вот это вот неудобно, кстати. О-о-о. Так, а мне куда-то туда. Блин, какой же красивый видок. Очень клево. О, вот она наша штучка. Кстати, блин! Я хочу проверить одну теорию. Ой, блин. О. Намочились, но вовремя умылись. Ух ты. Там, видимо, этот был, который взрывается. Короче, мне прикиньте, что сказали, что там, где Эскалибур... А, ты глянь, как сделали. Да, я не могу с одной карты на другую добежать. Короче, там, где Эскалибур наш, Эскалибур, там, где я его взяла, там, оказывается, и чертеж его был. Мне так написали в комментах, прикиньте. Мы с вами просто исследователи, исследуем карту. Мне нужно добыть, кстати, у меня чего нету в арсенале. Так это подводных грибочков каких-то. Какие-то подводные штучки. У меня их нет. Мы сейчас с вами немножко прогуляемся по карте. И как раз дойдем до нужного нам места. На самом деле очень еще много локаций, которые я не изведала, не посмотрела. И я пока их все не посмотрю, не перестану играть в эту игру. Что у нас тут? Какой-то великолепный кто-то. Не помню такой штуки. Ну тут, конечно, ничего интересненького, если честно. Что-то было тут. О, кстати. Не, по-моему, такие грибы у меня есть. Такие я, по-моему, брала. Я знаю, есть какие-то подводные водоросли. А это что? Тут прям спокойненько так. Ух ты. Живой, походу. А, нет. Сигареты. Фига, что это он звук издал? Типа он живой был? Ну-ка. А чего это он, как будто живой? Что это они звуки-то издают? Тут, кстати, кто-то ходит. Только мы его не видим. А. О, хороший урон. Так, только не взрывайся. Сучка бежит. А, они все сюда бегут. Я их привлекаю. О, нет, только не этот. Только не этот. Ты там взрывайся. Жаль, что у них тоже нет каких-то интересных материалов. Био или как их там. Ну, не био, а вот эти ДНК. Интригующие нас. Как приятно водичка. Звуки издает. Прям на море захотелось. М? Закройте глаза. Просто релаксните. Клево. Такие вот вещи, да, так важны.
звук. Звуки в игре. Вау, это что за место? Похоже просто на какое-то укрытие. И дверь не закрывается, к тому же. Беспонтовое укрытие. Ой, хорошо. Хорошо же мне играется. Что за чудо? По-моему, он живой еще. О, плюс 300, клево. Блин, они тут что, как эти... защищают, типа, территорию? Крепость. О, нифига. Вообще оборзели. Он даже попал. Съем-ка я аж. Аж это на нашем... аптечке. Вау, а это что? Слава богу, сюда нельзя. А то мы бы пошли. Ой. Полетели, короче. За что это мы зацепились, интересно. О, нам нужно аж целых двух спасти. О, бляха-муха, лети куда-то. Мне просто оружие поменять. А тут эта сучка. Просто вот этим его не замочишь. Мне надо что-то помощнее. Где мой дробаш? Где он? Куда тут огромный ушел? Блин. Так, что-то кубок какой-то. А! Давайте возьмем эту штуку. Все-таки как кубок горит. А вот это выкинем. Где? Где наш кубок? Что-то я могу создать. Плоская кувалда. А почему я могу что-то создать? Типа, чё? А. Видимо, мне нужна была какая-то кувалда для этого. А, какая-то фигня, наверное. Да, на здоровье. Давайте мне мою награду. Так чё это он не умер? Ой, извини. Ой. Надеюсь, вы живы? Вы... Прости. Блин, я хотела вам помочь, но... Я сейчас, я правда, это не специально. Или, не знаю, может, специально. Какая разница, это ж игра. Вот, а потом мы дуреем после этих игр. Кто там ломится, сумасшедший? Мне вон туда куда-то. Это похоже на музей. Опа! Так, меняй орудие. Вы же понимаете, это вражеские люди. Еще и с мечами, лохи. Только что за меч у него такой интересный? Придурочный, блин. Да, о, стрелки. Стрелки мне подскажут. Идем по стреле. Я с таким любопытством сейчас играю. О, что-то мы активировали. Дом. Это наш дом. Да, мы безопасные. О, вот это классная прям безопасная зона. Что, посмотрите, тут и растения какие-то растут. То есть, следовательно, да, здесь можно жить. Здесь можно питаться, не выходить никуда. Тарик? Что тебе надо? У нас нет ничего, только малость еды. А. Ой. Видали? Карта синим горит. А, серым, в смысле. Так, а мне сюда. Потом сюда. Наверное, еще надо с ним поговорить. Не парься, меня прислал Трой. Трой, слава богу, у меня нервы ни к черту с тех пор, как я нашел этого мальчика. У него никого не осталось, я как-то не очень умею заботиться о детях. Я здесь не поэтому. Но Трой обещал кого-то прислать. Мне нужно попасть в музей. В музей?
Но Трой говорил, что кто-то придет мне помочь. Она обещала. Ладно, Тарик, расскажи, как побраться в музей, я постараюсь тебе помочь. Тарик. Рай захватил музей, он убьет тебя сразу, как только увидит. Значит, надо, чтобы не увидел. Трой говорила, что ты был куратором и что ты знаешь, как попасть в музей. Так это ты или как туда попасть? У тебя есть акваланг? Нет. Плохо, там есть вход со дна и изумрудного пруда, но придется долго плыть под водой, тебе вряд ли хватит дыхания. Вряд ли не значит, что обязательно, так что я попытаюсь. Господи, у нас главный герой просто крейзи, понимаете? Вот он говорит за себя, я не соглашалась на такие движения. Ой, ну это мне надо продать, зачем мне это вообще в тайник класть? Хотя вот эту хрень положим, да? Ой, она и стоит хорошо. А, да у меня все стоит хорошо. Но это тут пишет, понимаешь? А потом, когда я это отдам... О, слышь, он у меня скоро сломается, мой мачете. Магазин тут надо найти. А он тут есть, улет. Идем в магазин, потом разбираемся с сундуком. И потом уже идем, ну, реально, по делу. Так, слезь. Магаз, отлично. Так, что нам надо? Что нам по кайфу? Я бы взяла вот такую штуку. Обращение, кстати, хорошее, 93. Вот это мне нравится, она еще и золотая, чё б нет-то. Вы взяли? А, у меня нет свободной ячейки. Все, понял. Сейчас мы продадим вот это, вот это, вот это. Вот это мне надо? Оно мне чё? Ничего, не надо. Меч не надо, топорик радуга. Кстати, мы его где-то подхватили по акции. Может быть, он нам и неплохо бы пригодился. Лук. Зачем я ношу, кстати, лук, я не знаю. Это я скину себе в сундук, и это... Не, нафиг у меня этот топорик. Великолепный сюрикен тоже скину. Взрыв пакета, с этим все понятно. А, ну все, в принципе. О, нам надо кое-что прокачать, вот это и вот это. Беру. Так, что еще классного есть, кайфовенького? А у меня такой же? Для меня это важно. 2550. Странно. Точность 25. Скорострельность 30. Одинаково. Но чем-то они же разные, нет? Запомнили? А у меня он не показывает картинку, прикинь. Как-то нечестно. О, современный метательный топор. Не знаю, есть ли у меня такой, но я возьму. Возьму, закину в сундук. Хотя зачем, да? Я не могу себя. Не могу. У меня просто я... У меня какая-то болезнь собирательства. О, класс. Почти все нам пригодилось. Ну, рыбацкий нож мне не нужен. Хотя вот я думаю, на обращение тоже надо смотреть, потому что чем он лучше обращается, тем он быстрее, наверное, фигачит, типа как скорость у пистолетов, да, там только это обращение. Ну, кайф. А что я могу создать за новый предмет и нужен ли он мне? А, ладно, пусть играет у вас радио. Мы, кстати, можем выйти ночью, чтобы очков побольше нахватать. Так, кувалда, простой серп. Фу, простой, совсем простой. Мачете у нас скоро разломится. Слушай, а у нас и круче штука эта, чем мачете. Оставляем. Все оставляем. Все оставляем. Гранаты мне не понравились. Усилитель выносливости нафиг. Великолепный сюрикен нафиг. Оставляем. Взрыв-пакеты могут пригодиться. Взрывной сюрикен я бы тоже нафиг оставила. Коктейль Молотова можно взять. Побольше штучек. Короче, я решила выкинуть нафиг все эти щиты, они мне надоели, они у меня занимают очень полезное место вот здесь. Потом, что я сделала? Я сделала очень, кстати, сейчас хорошую вещь. Помимо того, что я кое-что там прокачала, я собрала все оружия, которые здесь были, кроме Эскалибура и вот этой Куалды. Хотя могла бы ее тоже, кстати, продать. Зачем она мне нужна, неизвестно. А, что мне надо взять? Можно взять как... Ну, хотя, пусть лежат. Что мне еще взять? У меня из сюрикенов горящий сюрикен. Они мне, если честно, как-то больше всего нравятся. Взрывающиеся мне не понравились.
Как-то они не зашли. Кстати, я могу брать метательные ножи или топоры. Сколько сюрикен отнимает? Урона дает. Не дает, дает, да. Где они горящие? 293. Есть ли что-то, что круче этого? Вижу. Понял. Вижу что-то круче. Значит, он мне нужен. Тагамак. Как его там? Прекрасный тамагавк. Прекрасный. Просто чудесный. Так. И, собственно говоря, все. Я взяла с собой ядовитые вот эти ловушки. Сейчас мы сюрикен заменим вот этой штукой, потому что она нанимает урон 1000, прикинь. Я думаю, им также можно метать, как с сюрикеном. Ну, разумеется, скорее всего. Так, и я хотела взять ядовитые мини-ловушки, чтобы, пока мы будем бежать, их повыкидывать, и чтобы они там подорвались, эти зомбаки. Я специально жду вечера. О, кстати, там, видите, на карте появился этот синий бегун. Можем его поймать, но он нам уже не интересен, если честно. Ой. Смотрим по карте. Так. Во, кстати, водоросли хочу. Трава какая-то, грибы. Надо будет пособирать тоже. Найти источник дыма. Ну, короче, мы прямо у цели. Попробуем наш серп. Ой, как темно вообще. Так, я же хотела повыкидывать мои ловушки. Это же ловушка или что это за херня? Ядовитая мини-ловушка. А чё она какая-то фигня, а не ловушка? А, ну типа... Я думала, ее прям ставишь, они на нее наступают и подыхают все нафиг. Кстати, поймаем ли мы сейчас? О, да они вообще лохи. Так, я их специально взяла, чтобы их все потратить. Напряжно. Да где это видно, чтобы нас убили? Вы чё? Ну ладно, жизнь-то у нас не бесконечная. Вечно об этом забываю после всех своих прокачек. Бегуну удалось скрыться. Да я за ним и не охотилась, просто обидно как-то стало. Короче, понятно, вот эти ловушки — это фигня полная. Ну пусть будет пока. Маленький спит. Вылазка еще одна у нас. Так, возьмем-ка мы сразу то, что нам надо. Нашу летательную смесь. Так, это чтобы не сломать ноги. Ура, приключения, да? Ну, мы, конечно, как спайдермены сейчас. Но зато мы ловкость прокачаем. Кстати, мы можем вот эту базу зачистить. Где она тут? Вот тут, наверное. Так, что нам тут делать надо? Что нам тут надо сделать? Вниз? Вот это наша... Блин, я его убила? Да! Сейчас. Где?
Так, тут может быть жопа. А где же мне включить? То, что тут надо включить. Ой. Чё? Куда идти? G-G-F! Аш, аш! Аш! Аш, аш! Блин, да нажми ты аш! Они меня просто замочили. Капец. Ну, конечно, я сейчас опять начну с той же безопасной зоны. Где я? А? Блинский. Я специально выбрала ночь, чтобы прокачиваться. В итоге я подыхаю. О, видали, мне добавилось 14. Я могу просто скользить. Во. И со своим скольжением я буду прокачиваться. Ладно, мы сейчас долетим. Да блин, топор! На, на. Я таких не видела! Я таких не видела! Ну-ка, срочно, где моя метательная тема? Да не... Так, все. Прокачались. Я все равно пойду ночью, это дело принципа. Просто мне нужно конкретно выбрать... Не могу здесь выбирать ни черта. Кошка, блин. Мне знаете, что нужно? Мне так ужасно все это неудобно. Где тут назначение клавиш? Где тут кушать аптечку? Где аж? Вот, аж, вылечить. Что мне может быть удобно? Q, это у нас было Ч, Q. Просто Q это удобно. Давайте посмотрим, что у нас Q, чтобы потом не быть... Q это чувство... А, Q это чувство выживания. А R это у нас что? R это перезарядить. Блин, я вот думаю, что... Просто вот H, чтобы мне нажать, это мне надо прям другой рукой в идеале нажать. Или не бежать тогда. А нужно что-то такое, чтобы можно было удобно сделать. Я просто думаю, S, это что у нас? Я могу использовать S? Сейчас. Вроде я не помню, чтобы что-то нужное. Тормоз, это вообще для машины, мне это нафиг не надо. Поставим S, попробуем, да? Двигаться... А, это же двигаться назад, черт. Я просто этим не пользуюсь обычно. Ладно, мы с вами не выбрали этот вылечить. Сука, но не хочу я. А, Т это фонарь, Р это перезарядить, а С пригнуться, да бляха. Короче, тут вообще без вариантов, прикинь. Тут кроме H все занято. Ну, в смысле... Создать совместное испытание тоже аж. Блин. Так, выбрать оружие. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой, 6, 7. Хотя это может быть и неназначенным. Он мне сейчас скажет то, что куча всего. Окей, так. Вылечить аж. Следующий предмет снаряжения. А это вообще нужно? Я это вообще... Хотя использую. Ой, не та клавиша. F6. Ну вот у нас опять H. Блин, ничего неудобно. Ничего. А Command можно использовать? Нет. Аж. G это стрелять. G, кстати, тоже неудобно. Как я вообще G использую? Это ж так далеко. Вы даже не представляете. А F это чё?
Сложно здесь все, сложно с управлением, просто очень много всего. Мне кажется, на плойке даже, наверное, легче использовать. А, F это взять. Совместное испытание. Ничего, то, что там стояла эта хрень. П пусть будет. Бесполезная буква. Очень далеко. Так, чё мы? Блин, у меня на шестерку открыть меню. Но это же неудобно. Зачем у меня на шестерку открыть меню? Чтобы мне уже это надоело, правда. Где тут? Шестерку, ищем шестерку. Предмет снаряжения. Меню игрока. Меню игрока же на I у нас. Меню инвентаря тоже на I. А что за меню игрока? Во. Во. Ой, блин, а это тоже неудобно, слушай-ка. Уже и день. Скукотища. Ай, хотела, называется, зачистить зону, но... Что за шум, да? Интересно, да, что за шум? Ну кто тут? О, все-таки надо им помогать. Не такие уж и бесп... не такая уж и бесполезная наша помощь. Что это за сигнал? Что это значит? Чё? Спайдер? Это ты, Крейн, я тебя видел на плакатах, ты должен помочь мне. Что с тобой случилось? Меня подстрелили люди Раисы, я тоже паркурщик. Ну почти. Видишь, меня вывели из строя, можешь помочь мне, закончи мое дело. Это дополнительное задание. Я отвезу тебя в убежище, но типа того, но у меня полно своих дел. Мое дело важнее всех твоих, гарантирую. Ладно, рассказывай, что у тебя там. Источник эпидемии. Где он? Дэвид покажет, у него список и сумка с тем, что я успел собрать, остальное принесешь ты. Когда достанешь все, что надо, отнеси Дэвиду, он тебе все расскажет. Он на королевском канале. Скажи, что от Спайдера. А как же ты? Тут есть укрытие, спрячусь там. Помоги Дэвиду, остальное не важно. Скучно. Не, ну, наверное, это важно. Но не сегодня. Господи, куда ж мы шли все это время? Джишка-то не сработала. Ну почему же он не хочет пульнуть отсюда? Почему же он не хочет в камушки пульнуть? Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Кто-то, блядь, бежит. Вот сука! Джишка, Джишка, ну беги! Тварь подколодная. Ну-ка, Джишку. Что, долго бежим? Да давай же ты. Да куда он меня привел? А. Ой, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-нафиг. Ну, а, хотя тут кто-то мощный.
Очень много кого мощного. Так, а где мой дробаш? Много очков, сами понимаете. Бля! Все в норме, все в норме. Это просто бешеные. Все, ладно. А, у меня все стояло как надо. Так, на какую там мне нужны? Сейчас хренак и нас поймают. А, все в порядке. Так, найдите подводный вход у изумрудного пруда. Что-то темно как-то, вам так не кажется? Ой, какая же напряжная игра. Мы нашли подводный подход, но я так не хочу плыть. Вот это, наверное, он. А в какой момент у нас воздух начнет кончаться? Пока есть. Мы, наверное, аптечку не можем скушать под водой. О, блин. Я думаю, мы скоро... О! Слава богу. Слава богу, что тут есть такие варики, как подышать. Давайте еще подышим. А, все, мы приплыли. Ну, наконец, да, мы так долго шли сюда. Отряхни морду. Ой, ну супер, супер. Сюда что ли свалиться надо? Не хочу. О, нашли. Штаб Раиса. Так, а знаете, что я сейчас заметила? Что сюжет-то уже 71% пройден. Ну, погнали. Нас ждут великие дела. И очень страшные. Трой знал, какой музей имел в виду Раис. Изначально это была крепость, а теперь Раис устроил там свой главный штаб в секрете 0. В секторе 0. Мне нужно пробраться туда, пока с Джейд ничего не случилось, пока ее не убили. Или еще хуже того. Вот так смешно, когда ты говоришь, да? Что еще хуже может быть? Ты же не знаю, что? Хороший вопрос, кстати. Так. Фу, кислота. Фу, опять плыть. Ускорение. Плывем. О, пираньи. Фу. Не вижу прохода. Пацаны. Возвращаемся. А, нашла. Но надолго ли нас хватит? Слушайте, пацаны, дальше-то куда? Так, кажется, мы начинаем умирать. Что-то я волнуюсь. Что-то я на очке. Что-то надо было, наверное, обратно плыть. Пожалуйста, плыви. Вот, блин, мы почти приплыли. Давай, убирай этих зомби. Зомбис. Надеюсь, выход у нас потом будет получше. Я думаю, что нас уже не заставят плыть. А, нет, еще далеко. Слушай, мы сейчас умрем. Ну все. А, не-не-не, давай, 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 давай. Опять плыть. Блин, не нравится. Там что-то фиолетовое. Музло стрёмное. Пираньи, не пойму. Что-то кровавенькое. На бомбу похоже. Или это просто кровь? Фу. Ну клево, они придумали и... Клево, что все-таки мы можем доплыть. Ага, на карту надо смотреть, понял? Там видно, куда плыть. Я, как всегда. Классные рыбки. Классный графончик. Пока просто напряжно. Пока просто плывем и пытаемся не умереть. Не задохнуться. Ведь можно было и скафандр найти, да? Не, зачем? Я попробую. Капец, как так можно? Ура! Не, ну класс, тогда ладно. А то бы сейчас еще скафандр искали 100 лет.
Так, ну все, теперь как бы наша любимая прыгать. Паркур мы знаем. Это мы не изучали, или как там. А, прыгать-то некуда, вот блин. Ладно. Ты чё? Блин, опять, ну начинается вот эта вот лажа. Как я не люблю. Каждый раз, когда мы на какой-то важной миссии, начинается какая-то херня. Так, обратно. Знаете чё? Мы поменяем вот это с вот этим. А вот это с вот этим. Все, пошли. Э! Трой, я тебя слышу. Я внутри. Это было самое легкое, ты же понимаешь? Умеешь ты подбодрить, Трой. Не мое это дело, ладно, удачи. Блин, я истощена и не могу использовать кошку. Ты гонишь? А вот этот трос я могу использовать? Почему я истощаюсь? А бегать могу. Так. Где все хоть туда идут, а? Ну, раз дверь сломана. Мне казалось, я поменяла оружие. Ну, вроде бы туда. Даже не знаю, куда нам удобнее будет. Да, блин. Уж этот паркур. Давайте ножкой сломаем, чтобы не шуметь. Как там на Е? О. Я думаю, нам лучше туда не падать, иначе придется все сначала. Но вдруг он не ухватится. Просто, знаете, он не всегда может ухватиться. А, так мне вниз. Ну, как минимум, не в воду, да? Что самое главное. Надеюсь, вниз. Но я пока, пожалуй, наверху посижу. Опа. Да блин, ну конечно, это не хорошее оружие для таких воинов. Все, кайф. Сейчас, надеюсь, никто у меня не будет отбирать оружие. Потому что это просто бред. Тут наверняка тоже есть какие-нибудь скрытые фигуры. И немножко на нервах. Ну, потому что когда начинается уже что-то такое главное, важное, ты уже как бы такой... Так, надо сосредоточиться. Легко открывается. О, мультик! Вообще самое интересное всегда мультиками. Типа, давно не виделись. В тот раз ты украл у меня кое-что, и теперь я плачу тебе той же монетой. Я не торгуюсь с придурками, Раис. Я заберу либо Джейд, либо твою единственную руку. Решай сам. Ты не в том положении, чтобы требовать, Крейн. Сперва тебе надо напрячься и заслужить право требовать. Бей его! Ага. Так. Так я могу использовать кошку или нет? Не могу. Какой тогда в ней смысл?
Только мне кажется, им... кажется, им было не пофиг на это. Ой. Че я боюсь? Я же крутая. Так, давайте все-таки возьмем что-то. Так, это не то. Топорик хороший урон должен наносить. Суки. Мне уже быть самой проще, если вы разобьете эти стекла. Ги! Суки! Когда они стреляют, они хороший урон наносят. Не, вот эти топоры, они, конечно, привлекают мое внимание. Да блин. Ай. Блин. Это лучше твои бойцы, я могу целый день так махаться. Иди наверх. Не, наверх не пойду. О. Придумают же, да, двери, которые можно открыть, но они не открываются. Грена! Ладно, так, схаваем здоровье. У нас их, благо, много. Бежим в другое укрытие. Да почему оно не разбивается до конца? Ой. Ну чё, еще будут лучшие бойцы? Бедная Джейн, ей без тебя так одиноко. А, она тебя ждет. Иди и возьми ее. Сука, а? Паршивец такой поганый. Все у твоих уродцев заберу, все, и аптечки заберу. Марли, все заберу. Еще одна дверь, которая не открывается. О, там, кстати, кто-то красненький. Ну ладно, будем залезать, правда. Надеюсь, нас никто не застрелит, пока мы забираемся. И как туда забраться? Я увидела, просто я подумала, что я не успею стрельнуть как надо. А-а. Я вам что-нибудь другое придумаю туда. Так, уничтожьте охранников, спасите Джейд. А, слышь, это и не от зомбаков тоже такое вываливается. Видимо, когда их тела сгорают, там уже все. Ничего и... О, это что? А, щит, да ну нафиг. Стоит такой, типа, я его хочу. Напряжение растет. Как мне это надоело, блин. Его вот эта вот странная мутация... Найди ее, Крейн, давай, она не будет ждать тебя вечно. Так, пока эта хрень не пройдет, никуда не пойду. Конечно, я найду за секунду сейчас, подождите. Одну минуточку. Это где-то внизу, прыгай вниз. На улицу, что ли, ходить?
Спасибо, что разбил мне стекло. Скоро к ней придет гость. Поспеши, Крейн. Блин, а? Говорит же, спеши. Я спешу, ну что такое? Где эта сучка? А? Нет, так не убьешь. Мы перезарядимся и до полного, короче, схаваем аптечки, когда ссышь. Ща, я поднимусь, рискую. Да блядь. Да не надо меня сбивать. Я ничего не вижу из-за тебя. О, ребята. Так, я даже не знаю, что им туда кинуть. А можно поспать? Так. Я в них попадаю? Это идеальная локация. Жалко, что сейчас не ночь. А что-то они не горят, да? А, нет, горят. Так, что мы сейчас сделаем? Блин, 10 всего. Ну, нам это тоже полезно. Так, G. Вон там какие стоят. А что они сюда не идут? Что-то им вообще пофиг. Ой, блин. А это можно взять? Чё, это кровь капает? Ага. Блин, вот что-то подейственнее бы, да? О. А чё, у нас их всего 5? Я их не прокачала, дурочка такая? А, это я вместо этого взяла. Чего они сюда не идут, вот оттуда? Кстати, нормально прокачивается. Вот особенно, когда в голову попадает 600, видите? А туда куда-нибудь долетит? Сколько это дало? 400. 11. Ну а чё они меня в такую классную локацию привели? Надо самых жирных искать, которые могут быть самыми злыми. На самом деле, тут их не так уж и много. Не знаю, зачем я трачу на них свои патроны изумительные. Надоели они мне. Все, они мне надо... А, мне что туда? Понял. Клево. Да, говорит, туда иди. А это что такое? Можно по этим штукам как-то пробираться? Отсюда, кстати, даже удобнее кидать. Блин, наверное, даже проще... А, можно вон там пробежать. Но дверь может быть заперта. И вовсе закрыто. А. Понятненько. Это что?
Чё и где? Я прям как это... У них прям перед лицом стою, и меня убить легко. Но мне так интересно туда. Да. Сколько там всего попадало, да? Жаль, что все это нам не нужно. Ой, слушай, патронов у меня мало осталось. Надо заменить оружие. Правда, мне неудобно будет с таким оружием. Ну, сейчас мы, может, подберем что. Ну вот, что-то подобрали. Ой, бляха-муха. Так, спасите Джейд. И чё, убейте мутантов. Каких? Где, вот этих? Наверное, нет. Каких? Вот этих? А, тут везде надо их убить. Если я упаду, я потом поднимусь. Я просто не знаю, как мне лучше поступить. Но одно я точно знаю. Нам невыгодно тратить наши пули. Ой, господи. Хорошо, что у нас есть вот это. Хотя он мне говорит, тут их не убивать, мне их там надо убить. Зачем туда сюда пришла, дурышка? Но все равно очки добавят. Чё нам? Популять. Что, недолго так горят? Вообще, вот они тут ложат, конечно. Ой, и этих патронов мало, ну капец. Что-то все у меня закончилось, миссия сложная. О, а как же мне их убить? Это мне спуститься прям надо. О, ловкость. Там сейчас этот может взорваться. Блин, наверное, мне все равно спускаться придется. Ладно, у меня еще как минимум есть пистолет. Сразу прокачаем. Так, что мы можем? Больше урон, жизни больше. Так, мы к вашим врагам сзади бесшумно убивать их, чтобы использовать... Блин, я хочу это, но вот это мне важнее, если честно, сейчас. О, побольше стало. Сразу прокачаем. Короче, ну у нас, походу, вариантов нет. Нам, походу, надо вниз. Бля, они все, что ли, оттуда? А, ну ладно, мы сможем бегать туда-сюда. Главное, что все остальные зомби там. Че, ворота откроются, прикинь. Я уже в таком напряжении, что я молчу. Ну, правда. Ну, не то, что напряжение, а как бы... Тут кто-то один, что ли, остался, ходит, мешает нам завершить здесь все. Все. Да, блин, ну ты... Я уже не люблю вот это. Вот это единственное, что меня раздражает в этой игре. Открыть мультик, мультик. Черт, что они с тобой сделали?
Со мной все хорошо. Тахир ударил меня по голове, когда вел сюда. Дай мне минутку, я буду как новенькая. Капец, у тебя нет такой роскоши, как минутка. Все твое время, которое еще осталось в моих руках. Спасибо, Крейн, что починил мои антенны, и я слышал все ваши переговоры. Как ты думаешь, я тебя вычислил, госпожа Альдемир, или доброго доктора Камдена? Как я, по-твоему, разорвал связь? Это я здесь правлю бал. И поскольку данные зелья теперь у меня, вы ГМ сделать так, как я велю. Как велю я. Значит, вы мне уже не нужны, Тахир. Тахир! И чё? А в чем? Ночь получается классные навыки. Понял. Силы блин, ко мне не хватит того характера. А, они хавают мою девку. А откуда они все идут? Давайте закроем дверь, да? Вот так надо было сразу сделать. Так, мне надо, наверное, спасать ту девку. Где она? Разберешься там? У нее, конечно, такого-то оружия нет. А что это у меня поменялось? Всего ноль патронов, капец. Джейн, убираемся нахер отсюда. Опять мультик. Ты ранена. Тебя же не укусили, нет? Я в порядке. Просто дай мне секундочку. Милая Джейн, далеко не в порядке, Крейн. Ее укусили и заразили уже не один час назад. Как благодарна с ее стороны, что она это скрывает. За ногу цапали. Тебе незачем это знать. Ну не дура. Нет, прости, а если меня она потом укусит, станет зомби, я умру, типа, ей вообще пофиг на меня. Тебе снова приходится делать выбор, Крейн. Твой бесценный скорпион скоро переродится, но и ты тоже. Почему я? Кто получит дозу антидина, у кого будет шанс выжить, тебе решать. Джейд, возьми. Нет. Тебе нужнее, у меня еще действует предыдущая доза. Крейн обещал мне одну вещь. Когда все случится, убей меня собственноручно. Обещай. Я не могу. Она меня сейчас вколет. Слава богу, мы сможем использовать кошку. Я не могу бежать. Открыть, не открыть? Сука, что делать? Крейн, ты меня слышишь? Джейд, где ты? Джейд! Слушай меня, Крейн. Крейн, ты меня слышишь? Не, я в полном экстазе. Наверное, туда. Но вариантов больше нет. Не, ну может и есть, но мы особо их не посмотрели. Джейд, где ты? Джейд! Я вижу, горит выход. Так медленно идет, ну как бы атмосферно. О! Слушай меня, Крейн. Что за... А, короче, меня кроет. Так, и до чего мне надо догадаться? Дай-ка подумать. Короче, поняли, я зашла в ту дверь, которая не могла открыть с этой стороны. Ага, какая-то загрузка идет. Все. Я знаю, тебе хотелось меня спасти. Далеко не каждый на твоем месте предложил бы препарат. Я знаю, тебе хотелось меня спасти. А. Так, это мне напоминает фильм «Начало». Но теперь уже поздно для меня. Уже поздно. Ох, я уж чуть не провалилась в неизвестность.
Сперва я винила тебя в смерти Амира. Мне хотелось тебя убить. Камушки, помогите мне забраться. Но я поняла, просто пришло его время. Пришло время уйти. Капец, меня кроет. Дай мне уже эту штуку, если сама не хочешь. Когда пугают дети. Мы все смертны, Крейн. К чему отрицать очевидное? Это просто бессмысленно. Ля-ля-ля. Мы приходим сюда, в этот мир, а потом умираем. Ты чё? И это никак не измени и не изменишь. Просто пытаюсь разглядывать все здесь. Но я помню, это было. Короче, блин, точно такая же херотень была в Фэллауте. Где я ходила по воспоминаниям. Мы можем прожить свою жизнь так, чтобы она имела значение. Как дойти мне до дома? И вообще мы как будто оказались на нашей старой локации, на нашей старой карте. Помните вот эти все херни, куда мы залезали? Жизнь Амира имела значение, а теперь его нет. Жизнь Рахима имела значение, и теперь его нет. Так, ну надеюсь нам... Да, ну... Если жертвую своей жизнью, я спасу всех в Харане, значит, я тоже жила не зря. Ой, ну господи, глюканы-то какие! Ну да пошел ты! Куда и дальше? Ничего не вижу, ничего не слышу. Куда-то мы летим. Все понял. Ну что ж ты за девка такая? Так, теперь по этим палкам будем ходить? Не, давай по... Да, все-таки. Да, нам на эти... Господи, не отнимай у меня это право, Крейн. Ну мы вообще кверх тормашки. Нет, а... I struggled and I fought and I worked. I became a champion. I became the scorpion. I left my mark on the world. Я стала чемпионкой, я стала скорпионом. Стал след в этом мире. Ты меня, девка, отвлекаешь. Пришло мое время, Крейн, меня уже не спасти, но дай мне спасти тебя, дай мне спасти тебя, дай мне спасти тебя, дай мне спасти тебя. Куда идти? Let me save you. Так, по горелой херне будем лететь. Через все воспоминания. У нас как бы это, знаете, как перед смертью. Ну, не знаю, как, слава богу. Get the door open! Oh my God! No, not this again. Надо открыть дверь. Все, он стал зомби. Черт возьми! Господи, Джефф, как же я? Прости меня, я не хотел. Одному из нас надо выжить. Кайл, помню о том, что ты мне обещал. Такая драма, а выбор все равно делал за тебя. Печально, Крейн. Идите сюда и убейте их. Так, давай, вкали мне уже что-нибудь, давай драться по-нормальному и эту мою кошку использовать. Волнуетесь? Я да. Ну не то, что волнуюсь. Просто уже надоело. Почему мы не деремся? Мы не можем. Это мультфильм. Сами понимаете. Когда мы играли, она что-то так не дралась с ними. А ну ей пофиг сейчас, она уже понимает, что ей как бы кирдык. Все, она... Все...
Это закон природы, Крейн. Убей или убьют тебя. Сожри или сожрут тебя. А, все-таки повторяется то, что нам привиделось. Ну вот, как и ее братишку сейчас голову свернем. Прощай, Джейд. Как и ее братишки. Точно таким же способом свернул ее шею. Да, жалко, что-то вообще прям как в кино. Типа грустно. Тахир, убей этого мудака. Сейчас будем с Тахиром драться, ну а что? Ну еще патрон так мало. Что-то мы их просрали на всякую лажу. Как клево, что у него кожа так двигается, да? Губа. Вот это все. Так, давайте вколем себе вот эту дозу. Во, блин. Так, у меня что, опять палки с говном? А это что? А. Сука, ну не сука ты, а. Ну почему они как... Вы мне можете объяснить просто, какое право они имеют у меня отбирать мои вещи? И где тут все автоматы, с которыми на нас нападали? Вот черт. Слышь? Нас. Я умею подкаты, кстати, делать. Ну не, он, кстати, думаю, быстро замочится. Сейчас мы его подкатиком. Херак, нас. Блин, не получилось, слышь? Не получилось, как мы хотели. О. А это что еще такое? Ну-ка, нечестно. Что-то это сколько, блин, пятеро на одного? Че, херели совсем? Наска. Блин, они меня сейчас зарубят. Ну, Тахиру чуть-чуть осталось нести. Давай. Тахира сами. Так, ты... А, все, типа... Вы поглядите, вот ради чего умерла Джейд. Валяется на полу. Что-то Хиро сейчас слабый с ножиком. Райс, наверное, уронил, когда пытался укрыться от пуль. Черт, тут только образцы тканей. Где второй пакет? Иди к черту, Крейн. О, смотрю, кто-то тебе плохел от таких ран, ты вряд ли оправишься. Ну, значит, убей меня. Надо бы бросить тебя, чтобы страдал, чтобы получил по заслугам. Да? Так чего ж не бросишь? Потому что таких, как ты, надо убивать до конца, чтобы наверняка. Нет, кстати, правильно. Очень часто в кино допускают такие ошибки. И много Трой, где. Трой, это Крейн. Крейн, ты жив? Трой, Джейд мертва. Джейд дед. Мне так жаль. Мне действительно жаль. Это не просто слова. Что случилось? Она спасла мне жизнь. Снова. Умерла, спасая меня. Крейн, тебе еще надо отменить приказ министерства. Блин, забыл читать. Я уже хочу выйти отсюда нахер. Для этого надо встретиться, я передам тебе усилитель. Жду тебя в безопасной зоне. На полпути к антенне. Хорошо, уже иду. Вот вы мне можете объяснить, кто им дает право отнимать у меня мое хорошее оружие? Кто им дает это право? Типа, они это специально делают, чтобы я как бы просрала и перед своими зрителями выглядела, ну, как бы лохушкой. Так, бери. Наверняка лучше, чем мое говно. Ну да. Хотя вот это типа, о, оружие Тахиры, ну клево все равно. Но мы все уберем, вот это говно, и будем ходить вот с этим. Не с рукой, ты чё? Вот с этим. О!
Так, где взять все предметы не из рюкзака? Что это может значить? Мне кажется, что это означает... Где выбросить? Хотя вот эту херню золотую мы возьмем. Мы могли сразу сюда прийти и все. Так, взять все предметы не из рюкзака. Это получается, что за не из рюкзака? А откуда? Ладно, я примерно помню, что нам надо. Нам, по сути, все взялось, что надо. Так, вот это. Придумают же, а? Вот это мне не надо. Раз, два. Вот так. Так, а что-то куда-то у меня пропало. Опять мне выбирать, что мне надо. Ну, понятно, коктейль Молотова. Понятное дело, кошка. Понятное дело, горящий сюрикен. Понятное дело, вот это. Да и вроде бы все вернулось на круги своя. Кроме вот это, заменить. Кстати, когда у нас кончаются патроны, мы всегда можем использовать лук. Я могу создать новые предметы, это отлично. Блин, ну, прикольно. Чё? Мы с Джейд оба заражены, и Рейз заставил нас драться за антизин. Она отдала его мне. Ну, вы знаете. Чё было? Чё вам рассказывать? Вы знаете, чё было? Ой, прям, типа, сюжетку всё пройдём, типа. Нет, все-таки у меня было что-то другое. Еще. Топор. Топорики. Так, Крейн, как слышишь, ты меня слышишь? Ты жив вообще? I found her. Listen, I also found Dr. Zara's tissue samples, and I'll bring them to you, but... Я принесу их вам. Сначала мне надо сделать одно дело. Хорошо, Крейн, но помни, что время критично. В общем, я пытаюсь выиграть время, будем на связи. Слава богу, я могу использовать кошку. О, здесь... А, я думаю, это наш тайник. Ладно, давно мы ничего не обыскивали. Может, тут есть какие-то чертежи интересные. Наверняка. Надо же все проверять. Подождите, я хотела грибочки собрать. Мы же недалеко от воды. Наверняка тут где-то есть грибочки. Подводные водоросли. Сейчас мы их достанем. Просто у меня их вообще ноль. Вот, я думаю, вот этот красненький, он так выделяется еще. Вот. Все, нам одного хватит, клянусь, ей-богу. Все, у нас есть подводный водоросль. Я еще такой штучки не брала. С ней тоже можно какие-то делать яды, лекарственные какие-то снадобья. Может, пригодится, может, нет. Взлом трудно, не хочу. Все знают, что я могу, зачем мне это мучиться. Что-то взламывать. Так, встретись с Трой. Сейчас добежим. Ой, чувствуете, да, ребят, скоро-то у нас игра закончится. Нормально мы его кишки сделали. Не знаю, продолжать ли мне в нее играть, когда я уже пройду сюжетку. Мне это как бы интересно. Помочь бы, да? Ну, что-то не до этого. Да и вообще поздно уже.
На этот раз я искал чем поживиться. А вот это я люблю. Поживился? Теперь это наше. Надо взломать. Вот это я уже понимаю. Ну тут, ну, мы знаем, что тут будет, эти помощи при ЧС. Но все равно бонус-то даст какой. Так, дал? Не дал? А что это за такие классные вещицы нам бонусы еще и не дают? Нет ничего путного, да? А, фига, он иногда так хорошо видит через стены, иногда вообще ни хера не видит. Блин. Клёво, рынок, смотрите. Да ты чё, не летаешь? Мы уже свой дом пролетели. Такие. Просто проблема в том, что мы, когда к ней подлетает, он говорит: ой, ну все, ты не можешь. Ну вот нам сюда хотя бы залететь, все. То, что он у меня тут не использует эту штучку. Ой. А. Крейн, держи. Чё, чё? Что надо делать? Бери усилитель, его надо установить на самой высокой точке, так больше шансов прорваться сквозь блокировку. Дай-ка я угадаю, мне нужно добраться до этой радиомач и открыть что там. Самый короткий путь через канализацию. Умник будет тебя направлять по радио. Свяжись с ним, как доберешься до этой той стороны. И еще, Крейн, когда установишь усилитель, настрой свое радио на правильную частоту, и тебя услышит весь мир. Будем надеяться. До встречи, Трой. До встречи, Трой, и до встречи вам! Потому что на этом мы закончим выпуск. Мы уже прошли, блин, 76% игры, прикиньте, это дофига. Надеюсь, что вам понравился этот выпуск. Ждите продолжения, ставьте лайки, оставляйте как можно больше комментариев, чтобы я знала, что вам нравится, интересно. Мне нравится, мне интересно, чем закончится, потому что я без понятия, я не смотрела прохождение этой игры и не знаю, чем закончится. Надеюсь, вам тоже. Так что всем пока!